Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это штаб волонтеров? Да, штаб волонтеров. Штаб волонтеров продолжает оказывать помощь нуждающимся. Нам ежедневно поступает большое количество звонков от нуждающихся, одиноко проживающих бабушек. Звонки бывают разные. В первую очередь мы помогаем доставке продуктов питания. Эта продукция предназначена для нуждающихся, либо это одиноко проживающие пенсионеры, у которых минимальная пенсия, либо это многодетные матери, которым тоже нужно оказывать какую-то помощь. Вот один из предпринимателей, крестьянское фермерское хозяйство «Барс» Амоев Борис Атоевич, который оказал такую помощь, выделил подсолнечного масла 1000 литров, также 4 тонны муки у нас, также крупы различные, несколько большое количество мешков. Все это мы формируем в отдельные пакеты. Хотелось бы призвать всех предпринимателей, возможно, которые могут оказать помощь нам. Мы нуждаемся в различном также, то есть расширить наш ассортимент именно наших пакетов, добавить туда, возможно, какие-то рис, крупы, возможно, какие-то сгущенку. То есть если предприниматели могут помочь, призываем их помочь.